Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Амнезия Бункер. Как проходить, собственно? Как попало, как получится. Я не знаю, куда идти. А, да, точно, вспомнил. Надо к бригадиру Стаффорду в ремонтном цеху, которого я так и не нашла. Это прекрасно. Это хорошо. Это отлично. Цех. Ремонтный цех, бригадир Стаффорд. Все, окей. А, блин, там крысы. Да ёп, что ж ты будешь делать? Там крысы. Слушай, что это такое? Что происходит? Это кто-то сломал, да? Ну пофиг, ща я крысы, может, отгоню. Давайте, вы знаете, что сейчас пойдете отсюда? Вот что. Да какого ж ты вылез-то? Че он тут вылез вообще? Не вразумила я сейчас. Ладно, ладно, пойдем в другое место. Если ты так сильно не хочешь нас видеть. Ну хочет он побыть один. Ну, блин, ну, да, можем позволить. Можем. Забыла время включить. Все, я включила время. Да, я шла еще в этом месте по проводам, но так и не дошла, потому что там постоянно этот мудак лазил. Ну, в этот раз я дойду. В этой серии я дохожу сюда без... вообще, вот эту надо открыть дверь. Я ее уже 3 или 4 серии открыть не могу. Ты неадекват. Твою же ж... Мамочка... А ты по-человечески-то не делаешь, слушай. Блять. Справилась. Ты только что был в другом месте. Почему ты пришел сюда? Я даже не шумела, блин. Пофиг. Че, еще раз пытаемся к бригадиру? Не, ну... Блин. Господи, мне просто нужно отогнать этих крыс. Как? Как мне это сделать? Света почему нет? Что здесь не так происходит, а? Почему тут нет света? А чё света-то нет? Я ж только налила топливо. Я не включила его, да? Там надо его включить. Я все это время наливала топливо, но не включала свет, что ли? А ну-ка, покажи мне. Не может быть. Не может быть. Чёрт! Блин, ай. Это неприятно. Это прям больно. Блин, действительно. Я думаю, что свет не горит. В чем вообще проблема-то твоя? А вот он что не горит, потому что я же не нажала. Это надо было так суметь. Это надо было так, да. А что тут так пыльно? А, это при свете дня, видать. Капец, серьезно. Офигеть. Офигеть. С хрен ли свет не горит? Почему? Почему он не горит? Где? Какой провод не включен? Черт, какой провод не включен? Ах, какой провод не включен-то? Почему он не горит? С той стороны? Вот этот. Я тебя умоляю.
не мешай, ну хоть когда-нибудь ты мне можешь не мешать. Один вонючий раз не мешай мне, просто. Один. Да, это где-то здесь не включен свет. Вот здесь, наверное. О! О! А? Шик. Включен. Это место, где я в прошлый раз была. Что я тут взяла? Да черт, открой мне эту дверь вонючую. Тут закрыто. Вот тут. Тут закрыто? Почему? Почему здесь закрыто? Стой, почему здесь закрыто? Стой, 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 стой. Нет, 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 нет. Подожди, почему? Как открыть? Как мне тебя открыть? О, черт, как мне его открыть? О боже, что это на улице происходит? На улице происходит какая-то жесть. Вы, наверное, скорее всего, слышите эту музыку. Ладно. Этого достаточно. Этого достаточно. Этого достаточно, я должна сохраниться, потому что у меня я много чего набрала, я открыла все двери, которые я могла открыть. Я поняла, что мне нужно как-либо открыть эту фигню, чтобы включить рубильник. Он, кажется, последний. А, как? А как? Единственное, что я не пойму, а как мне его включить? В смысле, открыть, не включить, открыть. Как? Это ведь какой-то ключ нужен. Я вряд ли его просто так с чем-нибудь пробью. Ключ? Кто еще? Ну, камень большой. Ну, я не знаю, я очень сильно сомневаюсь, что камень это пробьет, скорее ключ. Блин, черт. Жестко. Это жестко. Это я возьму. Это очень жестко. От сигнальных шашек они вроде не уходят, сколько я могу помнить. Да? Кажется, да. Но вот это, конечно, хорошо. Я в тот раз, когда я была в этом здании, я заметила этот... как его? Замок. Я его заметила, но дело в том, что... Я не поняла, что там рубильник находится. Ремонтный цех Стаффорд. Я сейчас туда пойду. Вот блин. Хорошо, жестко. Это жесть.
еще у меня есть? Кто? Тут мы были. Да, тут были, все окей. Растяжка, вижу. Это я тоже вижу. Бригадир? Бригадир Стаффорд, это здесь? Скажи мне, ты Стаффорд или нет? Ты он или нет? Я помню, я здесь была, но... Да черт! Как понять, ты Стаффорд или не ты? Ой. Хреново. Ты не бригадир, да? А поч? Так ты, это комната бригадира или нет? Да, почему тогда? Чё тогда не так тебе? Специальный ключ у бригадира Стаффорда в ремонтном цеху. Пока вы там спросите, у него... Ты это или не ты? Если это ты, где ключ? Я здесь не вижу ни одного ключа. Я не вижу никакого ключа. Здесь просто нет ключа. Не то чтобы я его не вижу, его просто нет здесь. Да я ж стреляю! Да, без света, конечно, прям очень плохо. Максимально. Я хз. Что с этим делать? Я молчу, потому что я максимально пытаюсь сосредоточенно понять, где бригадир, это был он или нет, но как минимум у него я нашла... где? Ну, поняли. Патроны и канистру еще одну. Канистра это супер классно, это отлично, это хорошо. Дайте пройти мне. Максимально сильно надеюсь. У меня топливный склад, мастерская.
Ты вообще дурной? Ты дурак? Ты... А патроны мне верни. Он его просто за модельку закинул. А, спасибо тебе. Слушай, чел. У бригадира нет ничего. У бригадира лох, я не знаю. Слушай, я случайно уже не подобрала ее? У меня что, ее нет в инвентаре, правда? Ну, там. Да нет, 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 не может. Нет, у меня не может быть. Да нет, не может быть. Нет. Либо она куда-то улетела и все, трындец всему. Либо это не здесь. Но это бригадир, комната бригадира. Тогда где это, я не знаю, я не понимаю ничего. Я не понимаю. Ты бригадир или ты кто? Опять напряженно молчу. Очень напряжена, потому что... Да чтоб вас всех... Пошли в... Я очень напряженно молчу сейчас. Сами знаете почему. Ладно, я сделала здесь некоторые дела. Пошли, вернемся обратно. Слишком много всего здесь. Вот в этом месте нужно сюда еще ходить, потому что там очень много дверей закрыто, очень много мест я даже не прошла. И... Да, мне в любом случае нужно сюда еще раз. Я просто иду сохраниться. Потому что я понимаю, что некоторые вещи, которые я уже сделала, нужно сохранить. Я нашла патрон. Нашла ведь? Нет? А, он закатился. Записки я нашла еще какие-нибудь? Нет. Погнали обратно, чё? Да, залить еще одну. Погнали обратно. Вот как-то так пока. Но в этом месте прям много чего не обследовала, я уже и забыла. Блин, проблема в том, что мне не хватает вообще категорически никаких припасов в виде гранат, патронов. Потому что я должна взорвать двери, я должна позаходить везде, где могу, а там просто у меня ничего нет. Хоть бы каменюку найти. Я там видела один камень, но он далеко. Да, блин, вы опять тут? Слушайте, чертяки. Пошли в жопу. Ну, пока так. Я думаю, знаете что? Ага, эта тварь там за мной, походу, идет. Да пофиг. Я думаю вот что. Что я сейчас пойду в то место, где я только что была. Это было где? Было здесь.
Вот тут. Нет, это было не здесь, это было вот здесь. Вот тут. Нет, не здесь, вот тут. А на складе вот этом вот, кстати, по-моему, там куча еды должно быть, нет? Это же магазин, хотела сказать, склад с едой. Пошли в жопу-ка. А ну-ка. Итого. Если вам нужно попасть в ДОТ, обратитесь ко мне или отцу Дере. У нас обоих есть ключи, бригадир Стаффорд. Стаффорду я уже не обращусь. Это минимум. Где я? Нам нужно на выход. Черт! Я где? Ага, все, я поняла, где. У меня скоро выключится свет. Я запуталась. Но я не могу просто взять и потерять сейчас все. Я не могу. Правда. Не могу. Не, нельзя. Топливо? Топливо? Черт. Топливный бак. Это действительно все очень хорошо, но я не знаю, что мне делать. Тихо. Мне очень сильно надо сохраниться. Я тебе так скажу, если я сегодня сейчас не сохранюсь, то это все, это новый вид трындеца, если я сейчас не сохранюсь. Это новый вид жопной жопы, если я не сохраняюсь. Это, ну, как тебе сказать, это конечное, если я сейчас не сохраняюсь, это все, это полная катастрофа, полный ужас, полный трындец, полный кошмар. Твоем... Пожалуйста, блядь, пожалуйста, я тебя просто умоляю. Нет, нет, нет. Я не зажгла твою ч... Сейчас я все сделаю то же самое. Я взяла себе сразу сменную эту фигню, чтобы быстренько абсолютно на полном пофиге сходить, забрать и уйти. Там просто вот этот выход обратно через эту канаву, блин, это, ну, это нечто, это что-то с чем-то. Это... Или я просто не обыскала все места. А мне нужно обыскать все места, понимаешь? Просто, ну... Нафиг отсюда вы, блин, ушли. Столько всего нашла не для того, чтобы вы мне тут все испоганили вместе со своим вот этим обосранцем главным. Не смей даже вылазить здесь. Вот даже не... Да, ты даже в эту сторону не думай. Я сказала, даже не думай в эту сторону. Вы
вылазить, он собрался. Роет там себе. Роешь, знаешь, где будешь рыть? Я тебе сейчас скажу, где ты будешь рыть. Пошли вон. Это я беру? Это я беру, я сказала. Ничего. Дальше пошли. Пошли вон. Я сейчас полагаю тебе. Я сейчас тебе полагаю. Ты вообще дурак? Или ты дурак? Или ты кто? Так, все, окей, дальше. Смотрим. Включаем. Первым делом я иду сюда. Вторым делом я беру вот это. Третьим беру записку. Открываю дверь. Банка. Ключ. 11 июля 1916 год. На закате. Я сижу у постели моего дружайшего друга Андри Клемана. Доктор ушел, поэтому в палате остался только я. Я посчитал нужным записать необычайные повороты судьбы, которые привели меня сюда в добром здравии и рассудке, в то время как Андри лежит без сознания и борется за свою жизнь. Это началось несколько дней назад. Я был в ночном патруле, провалился в какую-то яму, получил травму. Я не мог выбраться из нее даже и даже двигаться. По всей справедливости, яма должна была стать моей могилой. Я звал на помощь, так что сорвал голос. В итоге я охрип, устал, но ничего так и не смог добиться. Когда наступила следующая ночь, когда я издал, как мне казалось тогда, последний крик о помощи, я увидел звезды в высоте, далеко-далеко, великолепные и бесстрастные. И вдруг над ямой показалось лицо Клемана. Он спустился ко мне, нашел ручеек родниковой воды и дал мне ее испить. Она была прохладной и освежающей, со странным сладким привкусом. Никогда еще вода, поданная из рук дорогого друга, не была такой живительной. Я был спасен, но, конечно же, судьба вонзила мне нож в спину далеко не в последний раз. 11 июля 1916 год. Наступила ночь, и я продолжу свой рассказ. Когда Клемент тащил меня по ничейной земле, судьба нанесла новый удар. Нас заметили с немецкого аванпоста. Стрельба, взрывы, отчаяние. И когда воздух очистился, я поднялся на ноги и увидел, что Андрей ранен. Как кровь хлестала из его головы, глаза остекленели, и он терял сознание. Не знаю, откуда у меня взялись силы, чтобы нести его, но я протащил его на себе до самого бункера. 12 июля, 16 год, утро. Проснулся сегодня утром, понял, что не могу найти игрушку, которую купил сыну. Я пообещал привезти ему что-нибудь с фронта, поэтому купил в местном магазинчике плюшевого кролика. Выбрал кролика, так как сын считает себя очень быстрым. Должно быть, кролик выпал из сумки, когда я упал в воронку. Мысль о том, что он лежит там, в воронке, под дождливым небом, нелюбимый и забытый, совершенно одинокий и потерянный навсегда, наполняет меня глубокой безнадежностью. 12 июля. День. Поговорил с доктором. Он рассказал мне, что Андрей проснулся ночью, но ничего не помнил о том, что произошло в воронке. Кажется, он даже не понимал, где находится. Если не считать этой тревожной новости, я чувствую себя довольно хорошо. Становлюсь сильнее с каждым часом. Будто это происшествие наполнило мое тело и душу новым смыслом. Ты б знал, как мое тело и душа наполнены сейчас. Ты б знал. Я тебя умоляю просто. Я тебя, тварь, умоляю. Стой, стой, подожди, 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 подожди. Да нет, ну... Это просто... Все. Я все. Я все. Вот так. У меня в этой серии разрыв, походу, пукана. Это просто нечто. Это просто нечто. 3 минуты у меня осталось. Куда, скажи мне? Ты явно гонишь.
Давайте, наверное, закончим здесь. Потому что, ну, я плюс-минус теперь я знаю, что делать, да, но... Слушай, я могу канистру? Канистру не могу, она же... Брать. Почему я канистру не могу с собой взять? Слышишь, это бред. Ладно, давай я последний раз чисто сейчас на полном пофиге пробегу, потому что, ну, прям настолько на полном, что ты даже вместе со мной, наверное, от жизни будешь офигевать. Настолько на полном пофиге я сейчас пробегу. Беги, я сказала тебе, мне пофиг. Пошли вон отсюда, ва. Вон, я говорю. Рот свой закрой. Беги. Бежим. Ага, поори мне тут. Могла ли я пройти в другом месте? Вроде нет. Протяги закрыли. Я это беру чисто, чтобы оно у меня было. Я говорю, пошли отсюда. И вы тоже пошли. Ты меня сейчас тут повыкобеливайся еще, ладно? Жетон? Ты вообще? Ты чё, блин, ты чё вообще? Вы чё, блин, там вообще? А ну-ка отсюда. А ну-ка отсюда, я сказала. Пошел вон. Вон. Да я поняла, что плохо тебе. Я ничем не могу тебе помочь. У меня нет аптечки. Там есть аптечка. Пофиг. Аптечку, во-первых, дай. Ты. Я это чисто делаю, ну... Сейчас... На полном вообще отстое, типа, будто все так и надо. Просто чтобы, ну, вдруг получится, типа, знаешь, а чё нет? Если нет, то нет. Если да, то да. Рот закрой тоже. Меня сейчас дико все бесит, вообще все. Я, наверное, даже топливо пока брать идти не буду, я чисто заберу вот это, если у меня получится, просто шмыгнусь таким диким бегом назад, что, ну, как просто последний... Типа последний раз. Рот свой закрыл, и никогда больше ко мне не лезешь. Я, наверное, даже сейчас не собираюсь ничего больше делать абсолютно. Я просто беру, просто бегу. Ушли! Ушли. И бегу дальше. Куда мне? Сюда. А знаешь что? А ладно, пофиг. Другой раз. А этих тварей тут уже и нет. Ты сейчас гонишь. Ты сейчас гонишь? В этот раз я смогла. Я смогла добежать обратно, это минимум. А где ключ от Дота? У обоих вас есть ключи, я уже ключ взяла, мне уже все равно. И... Это тут чисто аплодировать и все, больше ничего мне. Мне больше ничего не надо. Просто вот за то, что я сейчас помучилась, напиши мне в комментарии. Просто я не знаю. Аплодисмент. Аплодисменты. Все. Все, больше ничего. И это просто хотя бы будет то, что я не зря, абсолютно не зря ходила, мучилась с этим вот.
Да-да-да. Кот. Травер. Оклер. Травер. Оклер. Оклер, покажись. 66-35. Я знаю, что нужно заканчивать, но я хочу забрать. Патроны. Аптечка. И вот травер. Травер. 3096. Жестко. Это было жестко. Да, это оно. Это оно. Ну, спасибо вам, Твичата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твичи, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.